Всем привет! Вы на канале iFreestyle, с вами мистер Олейник. Сейчас мне нужно перешнуровать свои кроссы. В общем, сегодня мы продолжим рубрику вирусных видео. У меня есть реально прикольные задания. Поэтому, во-первых, я сегодня испытаю новенькие копы. Я о них рассказывал в ролике про копа. Ну и все по старинке, поддерживайте выпуск лайком. У меня, кстати, к вам вопрос. Вирусных видео у меня стало на канале достаточно много, но мне нравится эта рубрика, мне нравятся эти вызовы. Напиши в комментарии, оставлять эту рубрику, снимать ли ее дальше, либо попробовать что-то новенькое. Так, ну для первого задания мне понадобится вот такой реквизит. Задание выполнил Гаутьер, это французский фристайлер. Он, кстати, много раз выигрывал чемпионаты мира в дисциплине рутина. Рутина — это показательное выступление. Делать это вэшки, двигаясь вперед, ну, блин, я не скажу, что это просто. Я, во-первых, скажу, что я никогда не пробовал. Я вам сейчас покажу небольшой тест. Вы все видели, несколько попыток. А больше 3 ТВ-шек я не смог сделать. Но если я сейчас уйду из этой лестницы... Я спокойно сделаю 10 ТВ, и я мог дальше продолжать. Но как только я сейчас вернусь в лестницу, у меня снова начнется 1, 2, 3, и все. Когда начинаешь двигаться, есть ощущение, что ты запнешься за эту лестницу, и все, у тебя весь фокус с мяча уходит на лестницу. Бля, все по классике. Задание выглядит легко, ты думаешь, что его быстренько сделаешь и пойдешь дальше, но нет. Во-первых, забивается нога, которую крутишь ТВ-шки. Во-вторых, забивается нога, на которой прыгаешь. Вот сейчас у меня ощущение, как будто бы я тренировался уже часа два, а прошло минут 10. Вот я про что и говорил, на последнем просто спотыкаешься, и мяч все улетает, и все. Но я его поймал. Я не понимаю, почему так плотно получается задание, которое изи. Ну, типа, там, сделать 15 ТВ, прошагав 10 метров, 5 метров. Фух. Кстати, я нахожусь в парк-отеле «Пересвет». Здесь огромнейшая территория, и она идеально подходит как для отдыха, так для тренировок, так и для съемок. Я сейчас просто-напросто соберу вещи и поеду на другой корт, но просто чтобы изменить локацию, картинку. Я не знаю, это топ. Если вдруг захотите здесь отдохнуть, может быть, потренироваться или просто отдохнуть от всей городской суеты, ссылочку на парк-отель я оставляю в описании. Обязательно переходите. Второе задание. Выглядит реально стильно, реально выглядит легко, и я чувствую, я сейчас снова буду здесь стоять минут 30-40, не знаю, час, вот чтобы просто выполнить это задание. Честно, есть задания, которые вот я прям вот так вот делаю, и все, я их даже никогда не тренирую, но некоторые... Я не знаю, ну вот прям не мое. Нереально их не сделать, но знаете, что реально? Бонус 15 тысяч рублей всем новым клиентам от моих друзей FunBet. Ссылочка есть в закрепленном комментарии. Как же я ненавижу трюки, которые, ну типа вот реально lucky shots, которые не зависят полностью от тебя. Это вот как мяч упадет тебе на ногу, вот так и залетит. Ненавижу это. Вот я сейчас начинаю просто-напросто злиться, потому что я даже не смог сделать такую упрощенную форму, когда с шеи скидываешь мяч, а там челик с рук еще в прыжке, что-то нереально. Я перехожу к следующему заданию, но это задание, я его не забыл. Оно у меня помечено красным в моей черной книжечке. Если не в этом выпуске, то в следующем.
точно мы его выполним. Третье задание достаточно прикольное. Обычный фликап, сделал 360 оборот. Есть, кстати, тоже французский фристайлер, который очень круто делает эти движения. Блин, вот это прикольное задание, его даже хочется сделать, потому что что-то необычное, новое для меня лично. А единственное, вот нужно быстро крутиться, особенно на первом обороте. Только выцепил, уже нужно сделать оборот. Пока не могу к этому привыкнуть. Скажу так, что задание несложное, не обязательно быть фристайлером, чтобы его выполнить. Абсолютно может любой. Главное уметь этот первый фликап. Самое сложное — это нормально подбить и начать быстро крутиться. Если делать с чеканки, там ну просто изи, все. А единственное, нужно иметь длинные карманы, чтобы полегче было, и длинные руки. Все. Поэтому покупаем шорты, вот, чтобы, ну, где-то, ну, такой карман, да, и виси на турнике примерно минут 40 каждый день. В течение 10 дней руки у вас удлиняются, и все, трюк на изи. Перехожу к последнему заданию на сегодня. Задание, кстати, выполнили пацаны из Ростова. Из Ростова, правильно сказал? В общем, прикольно выглядит. Очень много людей мне прислали это задание, поэтому давайте повторять. Мне интересно, там мяч спущенный или он супер накачанный? Супер накачанный, наверное. Сын, благодарен вам за ваши задания. Кайфую, выполняю их. Это задание даже не могу начать. Я думаю, вот что сделаем. Задание реально классное. Пацаны с Ростова, я с ними общался. Поэтому, во-первых, хочу сделать им подгончик. Отправлю им футбольный мячик из Адика. Во-вторых, ссылочка на их аккаунт есть в описании. Обязательно переходите. И... это Unreal. Можем выйти с ними на связь. Они попробуют научить меня делать этот мув, хотя бы объяснят, как его делать. Если вам нравится идея, не знаю, поставьте лайкусик, напишите в комментарии. Но в любом случае, я думаю, мы это реализуем. Пацанам респект. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Мистер Олейник. Всем спасибо, всем пока.